реально... Варгеш, индикатор, темпест, да, ты ищешь их уже, блять, 5 минут. А, нет, я их не искал. За мной гонялись, я от них убегал. Ну, за мной по гряду ездила мелочь всякая. Ищи. Так не искать, либо на пояс, либо сейчас вот я ищи. Приду. Ищи. Под Рагнарок переставить, например. Все правильно. Чтоб Линк не встал. Дэвот не трить. О, вот, я нашел. Они все стоят на инсте GitHub. Здесь забавлено. Ну выдай ему книжку, ну пожалуйста. Слушайте, подожди, подожди, давайте зайдем, может, реально в ноль. А там есть бугли? Ай, гад, да, меня альфануло, лол, просто лол. Был дебил. Заходим. Там есть бубли? Да, есть бубли, надутые. Что делать-то? Гон на обзорку, давайте, Бёрд, кинь. Обзорку. Кинь на обзорку ПФ всех. Сейчас все пройдут. Там артихорик и артигнозис. Просто жесть. Я хотел посмотреть, что с другой стороны, но... С другой стороны артихорик. Бибарбару пересобирайся. Да, но только меня подняли. Бёрд, давай. Ну, там Микки еще не зашел. Зашел. Кто не зашел, тот мудак. О, ёб твою мать. Какой гейт? ПФ, обзор. ПФ. Чувак, я тут весело. А чё-то я не могу варпать. А. На меня можно. Ты переставил. На сколько там? Какие ком-то на обзорке? На 50 пошел. Доехали на 50 на кому? Чё они делают ком? Они немножко вытопились в бля. И стоят вокруг него кемпят. А чё, Виндикатор, Баргест? Что там? Чувак, тут Хурик, Фертел, Гносис, Темпест, Флит, Собрат, Торакс, Випуль, Навислайсер. Я не вижу Виндикатора и Баргеста. Это как бы основная проблема. Но какая-то количество мелочи, да, не вижу. Мочалка есть. Еще не прилетело. Или у меня багает. Линкап. Давай на брэк. Как мы придем от них? Далеко, близко? Ну, к Хурику близко. Мы придем в кос к Хурику. Они разварпаются, я поехал. Давайте вы тоже прыгните, а то меня не понят тупо. Планим. Надо тимпеса затаклить. Вытопите кто-нибудь вправо немножко. Блин, комбаты на мне, на бонуснике. Мегатрон к вам пришел. Я там один комбат и сбросил. Я склочу линки. Может, сканет. Там фейтера осторожно. Хурпоинт. Там у вас кроу. Кроу, снимите с меня, пожалуйста. Ты его подсеткуешь? Конечно. Я подсетковал. Какой из... Не сетку. Я держу сеткой. Ну, я просто не очень хорошо себя чувствую, откровенно говоря. Окей. Что там? Фритер. Так, они за мной поехали. Добейте Хурик. Еще. Я заскрамлил РФ. Ага, все. Ок. Я на него сетку кинул. Коньку отъезжаю. Я реварп. Угу. Собра. Все, я ушел в реварп. Кого можете стрелять? Торакс, Собра. Возвращаюсь к вам поближе. Все, я пассивный, поэтому пришлось чуть-чуть ехать. И пока Собру. Окей. Собра по Enter. Собра сеточки. Держу сеткой, убери. Угу. Торакс, Собра. Торакс, браткасти. Угу. Фух. Сейчас. А там вторая есть, собрая сетка еще? Вторая есть, есть вторая сетка. Плачу. Мочалка там едет, чуваки. Внимательно. У них лачи есть, меня запомнили. Мне тоже. Он смаш? Фаертел у меня сейчас есть. С фаертелом я не знаю, что делать. Фаертел в джаме. Мочалка, подсеткай, пожалуйста. Ага. А, на мне фейтера. Понятно. Чего есть, мочалка, сеточка. Давайте мелочь, может быть, перережем все, а потом уже начнем нормально. Кроу, нуля.
Окей, смочалки стал сетки, сейчас перекину на кроу, и пентер на кроу будет. И фаертейл тоже слышит это. Кроу сеточки. Дай по фаертейлу. Угу. Там Балагорн приехал аккуратно, это длинные сетки. Фаертейл подсетковал, но... Давайте на вислайсера, можете стрелять? Продкастер. Да. Да. Сейчас сек будут сеточки. Блять. Дерьмо. Торнадо приехал. Арти торнадо приехала, народ. Так, я минус. Метворба. Еще пачка. Гармур, гармур, гармур. Поехали по гармуру. Угу. Сейчас. Гармур, сетки, пейнтер. Стабер какой-то приехал. Мелочь поехала, вся на меня. А ты где? Около вас. Фаертейл давайте, фаертейл сеточки, фаертейл сейчас будет пентер. Продкасте. В нейтриках. А, файтеры тогда, может, думаю, в чем проблема? Угу, угу, значит, много файтеров. Скажу там, лача. Собра? Стабера можете? Или собру, давайте собру. Собру. Стабер хорошо едет, давай стабер сетки. Угу. Уже? Я вытоплюсь просто. А, файтеры сбросили все нам. Стабер. Подпойнтите его только. Держу. Да, снова файтеры на меня легли. Там мелочь какая-то пришла. Ягуар, давайте сразу ягу. Бродкасте. Давай добьем стабер, яга не так страшно. Ну, после нет, после стабер, безусловно. Вот. Пробую реварпнуть, что мешают мне. Яга торпала. Надо мочалку подцепить, народ. Возможно, мы сможем тупо забурстить. Надо торпала. Они бегут. Да. Они не бегут, они скорее реварпают. Это гуны, они тут будут сейчас полчаса реварпать. Сейчас кара придут, говорит. Поехали на ночь. Давайте. Слушай, я поехал на брекл в бродкасте, вот на этот вот. Поэтому мне нужна будет помощь, реально. Ну, эй. Я еду на лачу. Сколько вам до лачи, народ? Близко, но ты пришел в ноль, коч. Ну да, я хотел туда прийти. Пейнтерные есть, сейчас будут сеточки. Она отварпала. Угу. Меня этот поймал. Торкс? Торкс, да. Бьем Торкс. Я на кипетрендж падаю и буду. Пейнтеры нет, не пейнтеры. Окей, сетки есть, пейнтеры есть. Пейнтеры просто достали уже. Нужны поинты, они убегают, народ. Они в 200. Ком, вот это за светкой, пожалуйста. Давайте его убьем. Гармур выдевать. Кого, чувак? Файтер, окей. Там же гармур рядом, не? Народ, давайте въедем на них и подпоинтим. В жопу ваших файтеров. Ну они меня пробивают. Ну так реварп мне все. Пока едем. Гармур джамит, что возникнет. Так что вы джамите, они же, роняя кал из грида, бегут у вас. Не, ну они так и так пока бегут. О, все. Ты на бал пришел. Поехали. Комета сзади пришла, осторожно. Я въезжаю на цимбал. Народ, если что, я въезжаю к ним. Если вы слоупоки, то вы отдадите меня тупо. Ты очень быстро. Сколько тебе до поинта, чувак? Какой поинт? Нет у меня поинта, у меня есть сетка. А, у тебя вообще нет диза, да? Да. Так сетку, это он топит. Не могу, далеко он. Ну я... Ну он дотопит. Вот фаертейл, он далеко для вас? Слайсера сейчас подсеткую. Да, фаертейл далеко. Переварь какой-нибудь поближе. Он протопил гейт, кстати. Ну а толку? Но сеточки на нем есть. Сейчас дам тоже сетку. Дал сетку. Он доедет. Ну так вот уж, кстати, не факт прям. Да. Бал пришел во сколько? Нейтрики. У меня есть обзорка там, где бал. Ой, бал. Торакс вот пришел. Цинобал, помогите убить, пожалуйста. Ой. Так, я на ту сторону поехал, армага приехала. Я в сторону цинобала поехал. Угу, я тоже на них. Камин. Арчон. Арчон.
Ну, я сказал, короче, приду. Давайте комету. Комета все-таки. Угу. Уже. Кроулоч. Я перетопил. Я за гейм веду, чтобы реваркнуть вам. Угу. Я тоже. Хотя вот и не за МЖД внимательно. Слушай, а мы неплохо катаемся на самом деле. Кто вот за ними? За ними позиция очень хорошая. МЖД? Бал, МЖД. Так, слушай, гона едем, народ. Давай. На бала? Ну, хер знает. Микрофон мьютед. Я посеткал? Пока. Он меня отнейтрил, я МЖДшнусь. Как ты МЖДшнешь? Ну... Я вылетаю пока из-под него, потому что я не очень хорошо... Да, мне кажется, мы не пробьем. Я фаертейл, очень фаертейл меня подпойнтил. Ну, может, если вы можете убить. Пожалуйста. Давайте выезжать из-под пола. Угу, я в нейтре. Сетки. Фаертейл джам. Ага, подпойнтил. Потом кроу. Кроу бродкаст. Одну сетку снял, сейчас кроу подпойнчу. Окей. Кроу две сетки. Пейнтер. Нейтрики. Все, вытопил, нормально. Кроу джам. Зато еще мелочь, Егор. Мелочь. На меня фейтера, ага, отошли. Не попадаю. Да, я перезарядку упал. Я чуть-чуть пока. У меня сетки вот немножко спалены. Окей, отъезжаем. Сейчас осталось чуть видеть, я его подсеткую. Скажите, когда вы сможете по нему стрелять? Давай. Он разворачивается? Там еще Брутикс есть. Там Брутикс есть, может Брутикс? Сетки на нем есть. Пока. Ну блин, далековато мы их. Давай Брутикс, пох. Да, вот варпывает, по-моему. Давай Талос. Ну, ты снял уже, да? Талос реально далеко. Я понял, окей. Давайте Брутикс. Брутикс, наверное, будет... Какая разница, его пробуем уже. Держу его. Брутик джемит, что? Разница никакой. За джемит просто Целестис, потому что он заебал откровенно. Окей. Фейтера на Нику. Угу. Не тот TeamSpeak кома. Бал приехал. Целестис. А можем Целестис? Я могу подсетковать Целестиса сейчас. Целестис, да. Ой, а Брутик супер. Давайте Целестиса. Гарму. Подпустить. Не, поздно. Сетки дай. Давай. Не... Да, ну. Кинул. А я не достаю. Я тоже уже. Целестис, потому что... Давайте Целестис. Пожалуйста, можешь снова заджамить? Он меня заманал. Yes. Целестис сеточки, Целестис поэнтер, давайте. Ой, Гермур лопнул, красавчик. Давайте по Целестису. Что, Бал что-то хочет, я думаю, сейчас будет МЖД. Он хочет сетки кинуть. Не, к 70 вряд ли он будет МЖД. Вы можете стоять по Целестису? Джамин Целестис. Сейчас, сяк. Перезарядка. Да, я тоже перезаряжусь, там слишком жирно. Ну, просто как бы я бы, если вы не будете стоять, я лучше сниму сетки и починюсь тоже, потому что у меня сваленные сетки. Снимай. Так, и пожалуй, ревартну. Если не вытоплю. А тебя кто бьет? Ну, Целестис будет бьет. Бить народ, потому что бал, там бал, меня бьет. Осталось. Я... Чинюсь. Вы можете враг убить? Вот этот вот. Я дай одну сетку, пожалуйста. Да, он АБшный. Дай ему одну сраную сетку. Бейте Целестис. Хватит чиниться. Целестис в джаме до сих пор. Какая разница? Его убить можно. Джам-то его не убьет. Там триада, по-моему. Все, он уже качался. Да. Я сейчас сдохну, походу. Кто? Отварпал на арморе, на солнце. Бобуль, по-моему. Там вот вниз... Ту сторону. Микки, убейте врага, пожалуйста.
Вал джамп. Угу. Да, они далеко уже все. Можно на ту вон сторону? А, нет. На ту это куда? Почему ну, можно? Там где коммент стоит. Ну, да. Ну, можно прямо на тот трек, по-моему, на самом деле, если это коммент. А можно, да? А можно вот сюда. Ну там сразу надо будет натопить на девоутер, чуваки. Если вот на тот врейк, а потом сразу на девоутер натопить. Я пошел на врейк. Хорошо. Вы варпать туда хотите? Угу. Да, я тоже варпну. Если что, мне три прыга. Парни, парни. А, все сгорело в гармуре. Девоутер, кстати, близко. Там Равдис был? Не-а, ну, дешевый был. А, турпал. Комета все. А, тоже турпал. Я даже не успел залочить. Темпе стартовый, осторожно. Торокс. Да, давай Торокс. Я топлю 80 км. Кицин сейчас через меня сможно переворпать. Там этот свайсер поехал. В редкасте, mm-hmm. Я волочу. Сейчас будут сеточки. Майнер. Через меня. Сетки есть? Прыгаем. Поинтер есть? Можешь идти. Mm-hmm. Торукс на нитриках. Угу. Держу его. Так, по мне начали раздаваться. Ну, на Торуксе тоже все есть. Тяжелый. В них едешь. Угу. Я сейчас назад поеду. Комет, видите? На всякий случай, город костный. А Торукс не будем убивать? Убиваем, убиваем. Как-то я просто поближе подъехать. Меня бьют просто. Бау может там же даже не скоро. Бальжан. Там считалось хорошо выехал, сейчас следующий будет. Я реварфну. Что мне не нравится. Торок собьете, да? Да. Угу. Так, я выкачусь, перезаряжусь. Давайте еще собру потом. Бродкасте. Ну, после Торокса, конечно же. Я что-то не помню, я с вами еще. Ну, тебя вроде дымажит, у тебя армор вытекает. Парни, а видите, там okay. Талос, что-то нехило. Талос? Да, он справа. Нифига себе, 100 километров от меня. Понял? Не, ну, я, конечно, сейчас натоплю туда. Не, ну, можно забить, а ты, его ты потом. А тебе Талос? Нет. А Квикбит? Его круг держит. Ну, Торокса вроде подхватили. Поехали на Талос. Я отварпал, мне Темпест отдал. Угу. У них гвард появился, если что. Талос, поинтер сейчас будет. Конфессор едет, конфессор едет. Давай Талос убьем, конфессор там. Я гущу в лог. Конфессора влочу. Окей, сейчас сетки будут с Талоса, с ним сниму, кину на конфессор. Кинул по сетке на Ягу и конфессор. Две конфессор на нейтриках. И на подсетками двумя. Конфессор по интеру две сетки. Куны, когда заезжают сюда, это просто праздник какой-то. Готов. Кто от них подальше? Там Армагеддон к вам топит, ребятки, осторожно. Ну, лучше через мобилу, лучше через обзорку, чувак, потому что... Я на обзорке. Народ, Армагеддон близко у вас, осторожно. Армагеддон две сеточки. Стоп, стоп, но он... Сейчас я прямо разряжу, они больше не тянутся. Бал, может, там уже дальше. Файтера едут. Го по файтерам, бродкаст праймари. Да, надо отвечать. Квикбит на перегреве отъезжай. Отъезжай, отъезжай. Секондари подбродкастил. Лачи едет, лачи смотреть. Не пугайте, не пугайте, дайте выехать им. Хорошо. Ряд отварпал. Файтер отъедет. Не осушили. Усушено. Кто тебя сошел? Там целись спать, этот блядский выехал.
На этой приятной ноте маневры пацанов закончились. Там гвард вот очень странно едет, если вы видите его. Он как бы один и как бы топит куда-то, если честно. Пусть еще. Ты в комету не попадешь? Мы можем там на врек прийти. Но я ее не альфану. Смотрите, а у них внизу есть... А, ну Балагорн есть. Смотрите, Целесец с гвардом. Ну, на ней поинтересно. Скорт попробуй. Кто это такие? Нет, далеко. Парни. Это они же. Апоки с мегатронами приехали, парни. Мы можем... Овачек поехал. С гвардом убить. Серьезно, ребята. Народ, смотрите, где дамна у них. Нужен Феникс. Ага. И как мы тогда доберемся к ней? Вот на этот врек. Давай все на обзор... А, ну там она все равно будет близко. А, стоп, у нас есть через низ есть. Народ, файтер, бродкасти. Сейчас я буду внизу на буке. Мне кажется, или одни батлы приварпывают? Сейчас я тебе больше скажу, сейчас еще где-то три кары приварпают. Ну да, Вачик, поехал, чек-чек-чек. Рано. Видите, там гвард, Вачик и что-то еще. Я могу подсетковать, Вачик. Рано. Ну, скажите, когда будет близко. Вот сейчас. Сепки, принтер. Блин, на меня поехали файтера сраны. Пистайду. И аугур. Аугур может нейтрить? Мне реально мешает. Сейчас. Её чинит гвард. А файтера приехали никого? Так он не шёл, да, ещё не утекал, что же. Какой гвард? Я реварп. Да, по мне очень много заливает дамага. Я просто отойду, наверное. Да, отъезжай, тебе все. Я реван. Яга у них. Там стало ощутимо больнее. Тальвары. Чёрт, ребята, под Тальвары полетали. Там ганг Тальваров? Угу. Небольшой. Нет. Около 8 тел. Это, кстати, другие чуваки. Я отварпал. Ну, как бы я тут на обзорочке сейчас я верну. На вас, когда выставите. Да, учёно. Задампите эту хуйню. У нас дампа нет и джама нет. Ой, тервары на враг приварпали, отлично вообще приварпали. Да, тервары хорошо пришли. Микки вытапливай. Бардкасты, враг на который приварпали тервары? Да, я вытапил, все нормально. Как бы к ним подойти, к этим тервару? Ну, я... А, там враг есть? Прямо они на враге стоят, я его бардкастну. Да. Ну, кто-нибудь выводитесь, я на варпаю. Я пока вытапливаю, не могу варфануть тогда. Слушайте, они начали делать больно. Я прям под тальварами стою, но я правда на бале стою, как бы. Тальвары ушли. Они вообще хотели полдать враг или что? Да, видимо. Оу, Нидхагур, ребят. Ну да. Они, по-моему, все капы в бой кинули. Они, кстати, мобилы срезали, а там стоит дамна, так и стоит. Слушай, ну, давай настоит дамна. Давай, хардкоре моё. Давай соберем сейчас на обзорке, сейчас я дронов соберу просто и просто не варпим. Или там будет близко, наверное. Комбатки наши? Комбатки наши? Нет. Да. А. Мы можем снизу собраться на этой. Хотя собираться они испугаются. Да, их им все равно, по-моему. Давайте на мне собирайтесь. Сейчас я дронов соберу. Что, давно это, я не знаю, 200к и хп? Да это второе окно чьё-то, могут даже не заметить. Потерь бойца. Отряд не заметил потерь бойца. Чем я лучше, термалом или емом? Термалом. Слушай, меня задампили со 150. А, вот что там. Там апоки. Только заметил? Ну, да. Они очень хорошо вливают и это... Уходят. Да, ой-ой-ой. Но они вернутся, скорее всего. ГФ, а чё там? Чё, блядь? Не вернутся. Никита только доехал. Нет, на самом деле, действительно, если они как бы сюда заехали, они несколько дней вот будут, у них будет тут какой кошмар. Да, как же?
Ну, да. Нужен не скажу, нужен Феникс. Кэгбит, вы видите нас на Тальваров? Нет, Феникс не нужен, он тут умрет. Разгоняйтесь. Кстати, ну, Кэгбит, а новинка, Кэгбит, новинка поставьте. Так это ты, босс. Окей. Парни, убил, короче, Тристан. Разогнались? Со 150. Давай. Давай в ноль только, ладно? Подхватило? Да. Да. Блять. Там что-то еще пришло. Пополнение прибыло. Не полутал. А еще не полутал. Так, я Корокса буду таплять пробовать. Я бустер буду ловить. Ага, поймал. Кого? Всех поймал. Где? Оба. О, Никит. Да. А. Слушай, а слышишь? Бист. Чё? Чё? Он в ВПЕ Витмар пишет ГФ. Да чё, он у них ВК что ли был? Не знаю, но он Витмар же сейчас в гунах. Нам нужно нашего этого рецептора доворвать. Чё сделать? Ну надо, чтобы ты затаклил. И чтобы мы все в разгон вставали. Да забей, они просто нон-стоп реворпают. Они что-то нон-стоп реворпают уже. Да, они отстреливаются. Это ганг дебилов. О, майнер. Варпай нас на них. А, блин, не можем. Так на меня варпайте, они меня хотят убить. 145. Едь быстро, они тебя не убьют. Тебя не убьют, вот что ты обосрался, ты поехал к нам еще вдобавок. Какой ты конченый. Слышишь, что он делает? Посмотри. Я иду к ним уже. Они уже попали. Просто очень страшно. Не, на самом деле, я просто не хотел лифануться. Не, когда едешь, они в тебя не будут попадать в перегреве, вообще отлично. User joined your channel. Давай не будем гоняться за Тальварами все-таки. Удать! Ну чё, полетим в РФ теперь? Ну да. Привет. Здорово. Привет. Ну кого там килы-то есть? У меня нет. Ой, скиметр. Скиметр. Что это? Ой, 50, лол. Есть у нас какой-нибудь поинт? Ну так летит, так летит, так летит. Поинт. Оу. Может подержим? Да, близко выезжайте. Давай, не бывает. Хотя равно обзор. Сверху выставим все. Иначе мне повезло с обзором. Оу. Вообще никакой, парня. Давай не тряни. Я один раз стрельнул. На все шубы почти. Вы там перехватите. Держу. Держу. У вас есть интерцептор. Блин, две пачки пробок, это явно уже не наши. Кто-то из нас один еще не сбросил. Почему, его убиваем, если? Ой-ой-ой, сколько пробок-то. Больше пробок, богу пробок. Ой, дрон забираю. Тайфун флит где-то на подсконе. Да это не перегруппятся. Возможно, не крабит. Еще пару титанов залоги. Читоха. Не, я, кажется, немного стал осваиваться на курсе. Давайте убьем парня, он реально один. Температура поднимается, надо в РФ лететь. Хочешь, я тебя почитаю какую-нибудь эту самую? Рецептик, давай. Так вот, я там килы линковал, когда скиметар прилетел. Слушайте, вот когда гуны приезжают, это всегда праздник. Прям вот прям праздник. Это настолько калеки, что просто кошмар. Я на XM на обзорку пошел, ты что-то как-то. Какой-то дубняк. Я что, только два.
У меня вообще нет киловых, так что нормально. У меня тоже нет киловых. Я вот, знаете, ребятки, смотрю и вот думаю, что я, в принципе, дамагер во всех киллах. Кроме разве что Талоса, потому что я по нему не стрельнул ни разу. Ты въезжаешь его просто в кулак? А у тебя еще и бастерный гигант? Да. Он нолами, наверное, стрелял, да? А, ну вот от стабера меня отгоняли, я тоже вот не смог. Блин, там Сану есть ДПС, она там, что хотите. Блин, гармур я не вписался, такой хороший. Гармур, знаешь, что убило гармур? Инфильтраторы. Я как бы, меня задампили, на нем остались дроны, я вообще поехал в другое место, и тут мне пришел килл гармура. Мне вообще большая часть времени из-за этих сраных ветеров, которые на меня стравили, я реварпал и терял дронов. Потом их реконнектил, забирал, но как бы думал, что это не особо важно, дамаг с моих этих дрончиков.